Лёша? Ah.
Алексеевич. Здорово. Как закурить найдется? Слушай, у тебя стержня нету? Для авторучки, что ли? Нет. Самому нужен путевки заполнять. Спасибо. Ой, Леш, а я к тебе. Здорово. Опять тебе письмо. Спасибо, Марусь. Здорово, дядя Лёх. Ну как оно, ничего? Дай-ка в зубы, чтобы дым пошел. Как там Колька? Дома сидит. Нянькой заделся. Что, баб, что ли, нет? Да полон дом. Да мать на вокзал поехала. Райку встречать. Да еще в пятницу в Москву намылилась. По магазинам. Не скоро буду. Там еще. Леха. Ты что ли? Ну и что ты стоишь тут? Заходи. Ирка-то у меня на вокзал поехала. Райку встречай. А Витек на работу пошел, ремонтируется. Ты да, проходи, я сейчас. Встретил. Ну что стоишь? Проходи, разувайся. Посмотри. Как люди-то живут. Геночка, молочко несу тебе. Теплое. Пойдем, я тебя сейчас с родственником познакомлю. Вот. Пойдем. Это Леха. Это мне Леха. А тебе дедушка Алексей. Ну и как у меня внучок? Похож? Вроде похож. Поиграй с Альчиком. И все. Успокойся, имей совесть. Ты же взрослый парень. А Витька моего опять жена выгнала. Вот беда. Ни сын с семьей не живет ни хрена, ни дочка. Твои-то как пишут? Открытки посылают регулярно. У тебя стержня нету? Чего? Паста у меня кончилась. Стержня нет у тебя? Это надо посмотреть. Леха, чего я тебе сейчас покажу? С премии тут взял. А ну-ка глянь. Что это такое? А? Часы, Леха. Часы. Без стрелок, а часы. Так, смотри. Идут? А вот вытаскивай сети, а они все одно идут. Электроника. А батарейки дополнительно. Да. А теперь я нажимаю на кнопку. Что ты видишь? 11-е это число. 10-е это месяц. Ты чё? Лёх, какой сегодня день? Какой? Я у тебя спрашиваю, какой сегодня день? Ну, воскресенье. Воскресенье? 11 октября. День рождения чей сегодня, Лёх? Ну? Сколько же вам, Алексей Алексеевич, стукнуло? Только не отбавлять. 62. Далеко за речкой солнышко садится. Только нам, подружки, дома не сидится. А вот не был бы ты таким дураком, не ругался бы ты с Селивановым, сейчас бы рядом жил. С Иркой помирился бы, ходил бы к нам цветной телевизор смотреть. Садись. Ты стержень-то дай мне. Стержень вот здесь.
Райка, накладные заполняй. Да, мне любой, только не красный. Добери хоть два. О, уже поднялся. О, деловой. Не успел прийти, уже ухожу. А? Ну, супчику, может быть, горяченького. Не, я не хочу. Лех, день рождения все-таки. Ну, посиди. Бабы не скоро будут. Было бы чего выпить. Ей-богу, выпил бы. Болит желудок-то? А, на болезнь плакаться, знаешь, Бог смерти не даст. Тебя же в больницу ложат на обследование. Ищут все. Я тоже что-то заморился. Душа болит. Сны тяжелые снятся. Чего? Тоня снится. Ну что, она мне тоже снится. Нет, нет, да и приснится. Тоня. Тоня женщина была. Вот странно. Две сестры, а как от разных отцов. Да. Отдохнуть бы тебе, Лёх. В санаторий куда поехать? Я вот в 58-м году в Сочи ездил. Глазам своим не поверил. Ей-богу. Ноябрь месяц, а вокруг зелень, пальмы. Как на картинке. На полпуда поправился. В комнату вхожу, Ирка даже не признала. Да. А ты ведь как, с войны пришел, не на шаг отсюда? Ну, разве можно так? Себя гробить, Лех. Нельзя ж себя так. Нет, ты как хочешь. Завтра пойду к Селиванову и потребую. Я тебе потребую. Ну чего? Ну ничего. Мне сам Селиванов путевку-то предлагал. Я уеду, а он с садом какую-нибудь пакость и сделает. Ну ладно ты, Селиванов. Селиванов мужик неплохой. Да. Колхоз поднял? Поселок построил. Что, Селиванов, что ли, построил? Государство деньги дало, строители построили. Селиванов построил. А Генка где? Гулять пошел. Где? Вот оставь так на вас ребенка, ты не знаешь, как тут с ней будет посмеять. Мам, Геночка мой! Хорошенький. Сиди. Мамочка пришла. Мамочка, ты кормил ребенка-то? Кормил, кормил. Ну, ладно. Сиди. Здорово, Ир. Ну и чего ты? Человек, между прочим, с тобой поздоровкался. И ты будь добра. У человека, между прочим, сегодня день рождения. А ты как с цепи сорвалась? Ну-ка, сойди. Ну, что ты толкаешь-то? А, вот они, чувяки, Генка. Далеко пойдешь. Вот это да. Ой, Генка. Ой, меня не забыл. Спасибо, уважаю. Конфетки. О, мясо привезли. Как там Москва? Чего Москва? Москва стоит. В Москве люди живут. Не то, что вы тут в навозе копаетесь. Мы, между прочим, Москву-то кормим. Кормильцы. Это вот что такое? Рай! А? А это вот что такое? Где? Да сок финский ананасный. Баба, ботиночки хороши. Это что же? Давай. У финнов уже ананасы растут. Ну? У умных людей все растет. Держи. Не то, что у некоторых.
На, именинничек, покушай яблочко-то. Повкуснее твоего будет. Ну? Лёх, подожди, Лёха. Соображать надо. Нет, нет, ты куда? Погоди. Куда? Мам, ты чё? Ты чё? Ничего, ты чё? Лёха, погоди. Я с тобой. А это чего это ты? Часы-то куда поволок? Куда надо, туда и поволок. Здравствуй, папа. Поздравляем тебя с прошедшим праздником октября. Желаем крепкого здоровья, успехов и счастья. У нас все хорошо. Эдик не пьет, слава богу. Вообще в рот не берет. Девочки болеют, конечно, особенно Анжелочка. То и дело из-за нее беру бюллетни. А такая она потешная, вылитая ты. Папа, у меня к тебе очень важное дело. Подошла наша очередь на квартиру. На квартиру. Вроде бы радоваться, да только трехкомнатную не дают, их блатным и начальникам не хватает, не то что нам. А это же на всю жизнь. Говорят, если бы девочки были разнополые, тогда другое дело. Один человек в исполкоме подсказал, надо родственника прописать, да я и сама знаю. Папа, а тебе уже, между прочим, седьмой десяток, об отдыхе подумать пора. У тебя в доме неудобств, ничего, да и дом, небось, скоро развалится. Развалится, не развалится. Случись что, и воды некому принести будет. Папа, мы на тебя очень рассчитываем. Хоть внучек-то посмотришь, не видел ни разу, дед. Папа, приезжай, буду тебя всю жизнь благодарить. Крепко целую, твоя дочь Катя. Это тут Анжелочка накалякала, а это я ее ручку обвела. Сейчас выйду, уши-то тебе деру! Ты чего это по саду шляешься? А? Я вот тебе сейчас уши-то и оборву, шляется он тут по саду. Можно? Здорово, Алексеевич. Ты садись. Здорово. Ну, что скажешь? Такое, значит, дело, Юрий Васильевич.
Да, тут из прокуратуры о тебе справлялись. Я дал отзыв. Ценный работник, ветеран войны, труда. Что у тебя там с ними случилось-то? Да не, ничего. Я тут к деду Ермоленке ходил. Да. Так. Он говорит, не могу, говорит, больше пчел водить. Мне, говорит, девятый десяток. Ермоленко. Кто такой Ермоленко? Ну, пчеловод. Ну, пасека-то у которого. Ерофей Ерофеевич. Да-да. Ну и что? Так вот, как бы у него пчел колхоз купить, а? Пчелы. А зачем нам пчелы? Как? Чтоб сад опылять. Опять сад. Я ж тебя просил, до поры ко мне со своим садом не подходи. Ну, а как же? Что же я? Не знаю, как. А он говорит, мне денег не надо. Он говорит, вы так берите и водите. Да ты что, издеваешься надо мной, что ли? Честное слово. Да меня из-за твоего сада в районе за дурака держат. Всех в райком вызывают, долбают, понимаешь, ты, за зерно, мясо, молоко, корма. За соцкульт быт, понимаешь, а потом меня одного оставляют еще и за фрукты? Мне что? Больше всех, что ли, нужно? Нет, правильно, умные люди сделали. После заморозков 79-го все колхозные сады под топор пустили, все вымерзло, не вымерзло, все списали, спросу нет. Не я тогда председателем был. Это точно, сунулся бы ты. Это мне что, грозишь? Ты мне грозишь, что ли? Это что мне нужно? Что я для себя стараюсь? Я же для колхоза стараюсь. Ты что, забыл, что у колхоза 1,5 миллиона убытков? Сейчас вот цех ширпотреба организовали, 500 тысяч прибыли дает. Ну, давай сядем все, будем рукавицы шить. Ты не острей, не острей. Ты знаешь, сколько стоит на наших землях-то, при нашем климате, вырастить одну яблоню? А ты их растил? Ты растил их? Сажал? Коровье дерьмо с землей мешал? Да ежели я возьму твоих пчел, мне завтра в районе план по меду на шею повесят. Понял? А хочешь честно, Алексеевич? Тогда у нас в колхозе порядок будет, когда сада твоего не будет. Убытки одни. Убытки не потому, что сад у нас, а потому, что ты тут сидишь. А пчел я все равно возьму. Thank you.
Ну вот, пенечки, заплаточки. Да, заплаточки. Да. Вот так и начинается. Правильно работает. Ты попал в этот год. Вот такая дырища. О, подожди. Нет, это постой, постой. Нет, ты посмотри, какие рукава. Куда ты пошел-то? Коля! Я говорю, никакая техника наших баб не выдерживает. Перевели их на сдельщину, так они из цеха не выходят. Без обеда шпарят. Жадные до денег, черти. Кольк, Колька, ну куда ты пошел-то? Ну чего тебе? Машина не работает, строчка плохая. Ну ладно, сейчас приду. Я чего пришел-то, Коль? Помощь твоя нужна. Чего еще? Уль я тебя перетаскал. Жало, что ли, у пчел повытаскивать? Начальство, что ли, какое едет? Васек! Васек! Где Леха-то? А Леха здесь. Да вон он. Здрасте. Здрасте. Ну ладно, ты что ты? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Глазов Алексей Алексеевич? Да. А я Костылев, следователь районной прокуратуры. А что такое-то? Мы вам посылали три повестки. Вы их получали? А у нас тут почта, знаете, как работает? Я не вас, кажется, спрашиваю. Так вы их получали? Получал. Ну и почему же не явились? Работы много было. Конечно. Один вы работаете, остальные баклуши бьют. Пойдемте, мне надо с вами поговорить. Нет уж, вы нам сначала документ покажете. А то один писатель из Москвы приезжал. Коля, приезжал, приезжал. 2000 в колхозной кассе взял, до сих пор разыскиваем. Пожалуйста. Пойдемте в машину. Лёх! Девчонки, во дела. Вася, разрешите? Чё? Вася, ну ты-то куда? Ну чё толкаешься? Чё? Коля, а куда его повезли? Куда? Откуда я знаю, куда? Повезли. Чё встали-то? Работать надо! Значит так, товарищ Глазов, ответьте, пожалуйста, мне на такой вопрос. Вы посылали эти черенки яблонь другим садоводам? Посылал. А зачем? Как зачем? Для прививки. А сколько вы их отослали? Не знаю. 2 года ушло, разве вспомнишь? Вам придется вспомнить, потому что это в ваших интересах. Не знаю, может 500, может 1000. Все, кто просил, всем отправлял. А почему они просили? Как почему? У нас в саду редкие сорта. Это сейчас сад 42 гектара, а было время, на моей памяти, сад до 600 гектар доходил. Ну, можно сказать, редкие сорта. Угу. Угу. А откуда они об этом узнали? Статья была в «Сельской жизни». Про сад, про отца. Мою фотографию напечатали. Ну, люди прочитали, стали писать, просить черенки. Да и жалко, что ли. Угу.
Понятно. А кто был ваш отец? Он селекционер. Вот здесь в саду и работал. Мы Глазовы, потомственно при саде. Дед, отец. Отцова сорта. Мичурин приезжал, Иван Владимирович. Отцу руку жал. Звал с собой, но отец не поехал. Угу. Мичурин и саженцы взял. Глазовский и слава родине, что ли. Мичурин. Нельзя ждать милости, да? А скажите, товарищ Глазов, вот сад, он что, ваш личный? Как? Государственный он, колхозный. Тогда на каком основании вы устроили частную торговлю колхозной собственностью? Так разве жалко? У нас весной обрезка черенков, так тонны сжигаются. Да мало ли где и что у нас сжигается. Ну, а теперь ответьте мне вот на какой вопрос. Вам присылали за эти черенки деньги? Присылали. Сколько? Кто трояк, кто пятерку, а иной раз и десятку. Десятку? Да. Ну и что вы с этими десятками делали? Ничего. Обратно отправлял. Получали и отправляли? Нет-нет, я на почте сказал, чтобы они сами отправляли. Это точно? Точно. Ну и хорошо. Напишите. Ты что, дурак? Одно дело сказал, а то, что написано пером, ты знаешь? Выходит, ты ложные показания написал? Телевизор-то вот не смотришь, все, некогда тебе. Человек и закон передать. А там вот одному за ложные показания 2 года дали. И то, он просто свидетелем был. Возьми. Беру, беру. А я ведь говорил тебе, но не связывайся ты с этими черенками. Редкие сорта, редкие сорта. Ну какой тебе черт с того, что твои там редкие сорта у кого-то там расти будут? Клад искать надо. Выкручиваться надо. А он что, сказал вызову? Ну, что ты молчишь? А? Значит так, у меня своячня в милиции работает, уборщицей. А я сам к ней пойду. Бутылку возьму и пойду. Надо предупредить, что говорит. И я свидетель. Вместе брали, вместе ответили. В городе ты из знакомого начальства никого нет? А осенью-то за яблочками едут. Заморозки будут. Где я канистру-то? А заморозки-то будут. Слышь, Лёх, а может быть, это, тебе самому признание-то сделать? Тот человек и законе показывали. Пришел один мужик и признался сам. Но к нему совсем другое отношение.
Леха, все мы дураки такие. Сперва делаем, потом думаем. Хочешь вроде все как лучше? Да замолчи ты. Леха, Лех, Леха! Помнишь, как до войны тут было? Арка вон там стояла. Как строили ты ее, помнишь? Мужики лес привезли на подводах. Тоска, сороковка сосновая. Пахнет как, ну не поверишь, до сих пор помню. А мы летаем кругом, пацанва. Радость. Давай скупнемся. Трухи набилось, чешется все. Да ты чё, Лёх, май месяц. А мужики-то какие были? Здоровые, не то что теперь. Эх. Жарко, по пояс раздеты, топориками макают. За день арку ты поставили. Холодная. Вся во флагах. Еловыми ветками увитая. Сталина портрет. А ярмарки, сельхозвыставки? С колхозов-то чего только не навезут. Репы одни, как свиные головы. А яблок? Яблок-то сколько было? Все ж колхозы сады-то держали. Не дурнее нынешних-то были? Концентрация, специализация. Я вот жду, какое они еще слово придумают. А мы все в галстуках. Мы пионеры, дети рабочих. Я на барабане. Кто на барабане? Я на барабане. Ты что ли? Симак на барабане. На барабане. Симак. Симак. Его к барабану-то близко не подпускали. Как водички, ничего? А ты попробуй. Сейчас. Сейчас. Берегет тебя Ирка-то. Не простужает. Нечего беречь-то, Лёшка. Четвертый взвод! Черти корявые! Тебя оценивают по первому же твоему внешнему виду.
после первого своего занятия, все-таки чувствуешь, что учился ты не зря, это очень радует и окрыляет на будущую работу. Прямо хочется, вот сейчас бы сел бы и писал бы что-нибудь, и рассказывал бы дальше, воодушевлял бы, как нашим политработникам годы войны гражданской, отечественной. Хочется работать. Если бы у меня была возможность обратиться сейчас к школьникам, я им посоветовал бы идти в военное училище. Самое лучшее для парней, молодых сейчас, с запасом знаний, которые они получили, по свежим следам, сразу идти в училище и накапливать тот багаж, который пригодится на всю жизнь. Хочется передать привет офицерам, с которыми вместе я служил срочную службу в автомобильном батальоне. Звучит песня «Прощайте, скалистые горы». Музыка Евгения Жаковского, стихи Николая Букина. Запаса Рашида и чего надо, заходи. Спасибо. Товарищ гражданин следователь. Вы ко мне? Гражданин следователь. Мне нужен следователь Костылев. А зачем он вам? По личному делу. А здесь по общественному редко кто бывает. Я признание пришел сделать. Я это ложные показания дал. Так. Ну ладно, пойдемте. Я там тогда неправду написал. Дал, значит, ложное показание. Ну я слушаю, слушаю.
Я правда тогда на почте сказал, чтобы они отсылали эти переводы. Обратно отсылали. Ну, а на бандероль-то 1,5-2 рубля, 1,5-2. Гляжу, я 130 получаю, куда больше. У меня все есть, дом, все. А тут, гляжу, на курево не хватает. Что делать? Ну и стал эти переводы проклятые брать. Не знаю, не считал. Может, когда трояк или пятерку потратил. Да и тратить-то не на что. У меня все есть. А сберкнижки нет у меня, это вы можете проверить. Понятно. Олег, ну ты даешь. Начинают уже. Я иду сейчас. Марина. Да. Иди сюда. Слушай, подложи ему папу куда-нибудь поближе. Хорошо. Или сверху. У нас на район по штату 2 следователя положено. Я вот и Костырев был. А где он? Он в Москве. У него жена москвичка. Это Слава? Я говорю, орден Славы. Чего? А, да. А на третье что? Подвига не хватило? Война кончилась. Ясно. В общем так, Алексей Алексеевич, мы получили данные с почты о сумме полученных вами почтовых переводов и стоимости почтовых отправлений. Минус 101 рубль получается. Как минус? А вот так. 101 рубль вы заплатили из своего кармана. Не нажились. А кому-то в вашем колхозе этого хотелось, очень хотелось. Все? Я могу идти. Идите. Разрешите? Я это... Мне же опять писать будут, черенки просить. Как же теперь-то? Высылать? Лучше не надо. Не надо? Сидит, молчит. Хотел я тебя удивить, а вышла ты меня. Ну, батя, не изменился ты. Не изменился. Ну, чё молчишь, молчун? Надолго ты? Да нет, отец, какой надолго? В командировку послали, служба.
Сам понимаешь. Ну, я день выгадал и к тебе. Ну, да. Порядок у тебя тут хоть немножко навел. Заметил, бать. Порядок в доме, порядок в мыслях. Картошечка варится, бать. А у меня рыбка. Пальчики оближешь. Яблони пойдешь окапывать? Ну, а как же, бать, пообедаем, пойдем. День уходит. Да картошка еще не сварилась, бать. Да варится твоя картошка, что с ней будет? На, оденься. Вырядился, как попугай. Суров ты, батя, суров. Но справедлив. Я ждала и верила сердцу вопреки. Мы с тобой на берега. В одной реке. Ты идешь? Лопату ты не разучился держать? Пузо он растет. Обед. Бать, иди руки мой. И кончай, кончай смолить. Вредно, между прочим. Лондон джин, бать. Да, я на могилку к матери сходил. Убрался там, порядок навел. Ты бы не забывал. Перед соседями стыдно. Перед какими соседями? И не указывай мне, я тебе не младший по званию. Ну что ты за человек, батя? На один день сын приехал. А что на один? Что на один-то? Что отпуска жалко? Приехал бы с бабой своей не на море, а сюда бы на месяцок. Поработали бы. Видишь, людей нет. Приедем, приедем, бать. Пацанки подрастут, всем семейством ездить будем. И не злись, не злись. Да, вредно, да. Между прочим. Это для тебя вредно, для меня в самый раз. Ну, бать, теперь я тебя поварю? Чего? А? А? Поварю? Ты в жилу не пошел, в жир пошел сразу. Бать! Эй! Ну, батя, ну давай. Ну что, ну, ну, ну. Ну. Ну, батя. Подожди, сейчас. На силу здоровья. Еще. Сейчас. Подожди, сейчас. Ух ты, рак-то блюжа. Батя, батя. Сдаешься. Сдаешься, батя. Сдаешься, батя.
теперь вот так. Все. Да. Это хорошо, что погода такая. Для сада хорошая. Сейчас яблони в рост пойдут. Ночью выйдешь, и слышно, как яблоки растут. Аж потрескивают. Не веришь? А я тебе врать не стану. О как! Покрепче, покрепче. Запомнил я вас. Запомнил. Вот завтра с участковым придем к родителям. Да-да. Симаков, Симаков, я тебя узнал. Догнал глаз. Фу, зеленые совсем. До осени вообще не спит. Ой, чего теперь? Ну, давай смотреть, слушать. Что слушать? Музыка, что ли? Музыка. Ну, давай тогда сядем. Будем сидеть и слушать. Ну, иди. Ну, зачем? Я не устала. Володь. Засну. Ну, спи, спи, родненький. Хочешь, я тебе спою? Уедем только отсюда, Лешенька, уедем. Нет, тебе здесь покоя не будет. Ну, что ты молчишь? Mmm.
Леша, Леша, не слышишь? Затруби. Лешенька, Леша, 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 Леша! Леша! Алексей Алексеевич, очень хорошо, что вы пришли. Проходите. Я ваш новый председатель. Зовут меня Игорь Евгеньевич. Присаживайтесь. Очень хорошо, что вы пришли. Нам бы давно надо было с вами встретиться, побеседовать. Да все дела. Только вы сперва, Алексей Алексеевич, ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Это правда, что вы из засады одного председателя чуть не зарубили топор? А, ну это когда было? Сколько времени-то прошло? Ну, а все-таки. Ну, был Соловьев такой, деловой. Пришли они, значит. Тогда всю кукурузу сажали. Угу. Чуть не с оркестром пришли. У Соловьева в руках топор. Ну, я выхватил его и... А кто вам сказал? Ну, сказали. А я-то все думал, попугать хотели, а вы его... Ой. А где же это ваша секретарша, шофер? Они же все время там сидят. Сидели. Я думаю, чего они сидят? Время горячее. Ее послал на ток, а его на автобазу. Пусть в ремонте помогает. Правильно? Стараемся работать по-новому. Это дело хорошее. Ну... Это еще не дела. Вот. Вы, наверное, слышали, что у нас переспециализация, птицеводство, отрасль доходная. Нам под нее обещали выделить 18 миллионов рублей на строительство птицеводческого комплекса и жилого массива. Наконец-то колхозник возвращается к земле. Вот коттеджи на одну-две семьи. Ванны, санузлы, даже камины. Гаражи, подвалы, здесь же приусадебные участки. Ну, небольшие. А вот школа десятилетка, теперь одиннадцатилетка. Спортзал, бассейн, дворец культуры, кафе, ресторан, молодежное кафе, баня. А сад? Детсад? Вот. Ну, вот он, вот он. Знаю, знаю. Сады эти исторические, еще в летописях упоминались. На всю Россию гремели эти сады. Лечились яблоками, воевали, чтобы ими обладать. Вы еще больше удивитесь. Я ведь в сельхозакадемии садоводческий кончал. Да? А как же тогда по птицеводству? Сам собой не распоряжаешься, номенклатура. Ну, а теперь мы с вами за садом вместе будем ухаживать. Если вы позволите, конечно. Так это всей душой, так сказать. Нам ведь сколько надо-то? Вот хранилище. Он, говорят, импортные яблоки долго хранятся. В Москве, он, говорят, до нового урожая продают. Но наши-то яблоки лучше. Лучше. И по вкусу, и по лёжкости. Я уж про полезности-то не говорю. Совершенно верно. Нам бы вот бы овощехранилище бы, а? Да, да, совершенно с вами согласен. Совершенно с вами согласен. Но всему свое время. Что нужно? Время, силы и средства. Да. Ну, а сейчас-то что волнует? Уборка, Игорь Евгеньевич, меня волнует. Уборка. И... Ну, с этим поможем. Поможем. Килограмм на килограмм. И поменьше сыпать. Не сразу. Помешиваю. Добавить можно вишневого листа или черной смородины. А,
Ой, ребята, налетели? Все, перекур! Может, еще машину загрузим, а? Пожалел бы людей-то, Алексей Алексеевич. А что их жалеть-то? Они сами себя пожалеют. А яблоки залеживаются. Ой, Лешка, на будущий год еще больше соберем. Нет, теперь сад год отдыхать будет. Вы же отдыхаете, а сад что, без отдыха? Нет, Вера, Эх, под лодкой вода, да и на лодке вода. Девки юбки промочили, перевозчику беда. Лёшка, наш Саша! Ну, дело будет, Сашка! Я иду! А ты сиди! Докум, вкусные у тебя нынче яблочки-то, вкусные. Так старались с твоим Николаем-то, работали? Как он там? Да ничего, поправляется. Про тебя спрашивал. Ну так поедем в воскресенье вместе. На 10-часовой автобус и подходи. Радой будет. У меня яблонька секретная есть. Сорт старинный, лечебный. Молодильная. Молодильная. Все, бабоньки, вставай! Все, пошли работать! Ну, родненькие, приналяжем еще немножко, ну! Для ее брата Геннадия армейская служба стала хорошей школой. Он не только отлично освоил воинскую специальность, но и возмужал, окреп, научился ценить время, узнал цену солдатской дружбы. Сейчас Геннадий работает... Ничего. Дай-ка зубы. Коровки-то теперь плодово-ягодным дается будут, а? Работай, работай, стахановец. Спасибо, дядя. Дай закурить.
Алексей, едешь, так садись. Нет. Ну, поезжай. Ну и, конечно, досталось. Извиняюсь, как же насчет шефа-то, а? Который день обещаете? Ну что же это? Яблоко падает, гниет, коровам, свиньям скармливаем. Познакомьтесь, это садовод наш, Глазов Алексей Алексеевич. Очень приятно. Вот, воюем с ним из-за шефов. Ну а что, мне дали 200 человек? Дали 200 человек и то на уборку картошки. Что я могу поделать? А вы что, действительно скармливаете коровам? Не кондицию, Виктор Иванович. Так от чего она бывает не кондиция? Ну как от чего? Винзавод у меня теперь не принимает. Что я тут, производство соков буду налаживать? Садик-то сами посмотрите. Ну что я тут буду делать? А вы что ж до сих пор не убирали яблоки? Мы дали 124% плана, Виктор Иванович. Да там два плана, там даже три плана. Мы ведь убрали только ранее спелые сорта, не лёжки. А само яблоко, оно на ветке и на земле, не кондиция. Вот от чего. Оно на земле лежит, вот и не кондиция. Успокойтесь, мы подумаем насчет шефов. Подумаем. Так а думать не надо, надо убирать сад. Ну что же, если мы не уберем вовремя урожай, так сад обидится. Он же ведь долго потом плодоносить не будет. Ну уж это мистика. Алексей Алексеевич. Алексей Алексеевич, мистика? А надо быть реалистами. Вот мне скажите лучше, я, признаться, не знаю, сколько лет живет яблоня? Лет 20-30, да? Яблони как человек по-разному живет. У кого какая жизнь? 60, и 80, и 100. Вот, 100 бывает. Вот. Яблоки. Яблоки с яблони, которые 100 лет. Да. Хотите попробовать? Нет, спасибо. А ведь действительно долго, да? Алексей Алексеевич, вот мы на юге области закладываем спецкомплекс на 400 гектаров с плодоносными деревьями, с кустарником. Не хотели бы там поработать? Нам хорошие специалисты нужны. Не-не, я уж тут. Ну а что ж, почему? Там перспектива. Перспектива. Знаю я эту перспективу. Натыкают скороспелок, а потом через 5 лет урожая, а через 10 вырубайся. Перспектива. Ну а если на месте вашего сада будет построен комплекс птицеводческий? А чего это на месте сада? Где это записано-то? Да нет, я не посягаю на ваш сад. Это я говорю так, понимаете, в принципе. И я в принципе. Мы в пятилетку записаны? Никакая собака наш сад не тронет. Я не спорю с вами, Алексей Алексеевич. Сад ваш хороший, красивый, и яблоки вот. Но вы у любого спросите, что сейчас важнее, сад или птицеводческий комплекс? Нам народ надо кормить, Алексей Алексеевич. Так чтоб накормить, что сад под корень надо? Успокойтесь, мы знаем, что вы любите сад. Мне его любить-то? Чё мне его любить? Чё я через него хорошего-то видел? Может, у меня из-за него вся жизнь перевернутая? Вот я что тебе скажу. Алексей Алексеевич. Подожди! Вот я что тебе скажу. Я помню и по рассказам знаю. Раньше жили не то, что теперь. Мясо-то всех редко было. По весне бывало пухли. Жрать совсем нечего, а сады-то все держали. И не в сытости дело, не в сытости. От яблок брюха не вырастет, в радости. Понял, как тебя? Рая.
свои, это свои. Дядь Леша, дядь Леша, шел, шел вот, а то видишь, она тебя совсем ненавидит. Дядь Леша, уходи быстренько, правда. Кумарек дорогой явился с яблочками со своего саду. Друг самого детства, как же? Ты зачем пришел? Мам, ты зачем пришел? Мама, ты сестру мою в гроб свел! Вместо лекарств удобрения покупал! Уходи, ты, уходи! Ты, уходи, дядь Леш, ты же видишь, она какая! Дочка, ты не зашел! Он ждал! Ждал тебя! Ну, что сказать? Урожай мы убрали весь. 3,5 плана дали.
Почти 4. Работы было, конечно. Но если б я знал, Коля, холодно вам, темно. Ну да что, мы смертей не видали. Четвертый взвод, черти корявые, подтянись. Дождешься величину этого.